Никитский ботанический сад – то уникальное место, куда тянет в любом возрасте, в любое время года и год за годом. Старейшее научное учреждение Крыма, насчитывающее в своей коллекции более 28 тысяч растений со всех концов света, было основано в 1812 году. Почти круглый год здесь, сменяя друг друга, цветут самые разные необычные растения, восхищая своими формами, цветом и пьянящим ароматом. Кактусовая оранжерея словно островок мексиканской экзотики. Каждый год поздней осенью в ботаническом саду проходит выставка хризантем, которую надо обязательно посетить. Один раз приедешь — весь год хорошее настроение.